заключено участникам Афганской войны. 16 февраля был вывод советских войск из Афганистана. А вы сюда приходите кому-то? Или... Нет, по какой причине? Я рядом живу и каждый год прихожу. Что этот день для вас значит? Ну, это памятный день. Особенно тем родителям, родственникам, у кого погибли в Афганистане. Сыновья, мужья, отцы. Солдат подружился со змеей, кормил ее, ходил в горы. И вот один раз он пошел, и она его обняла и держала всю ночь. И он, посидевший, когда спустился с гор, его отряд был разбит. Она его спасла таким образом. Все, спасибо за память. И вам спасибо. Если можно представиться. Татьяна Аратаева. Спасибо. Уважаемые ветераны всех военных конфликтов, уважаемые присутствующие на этом мероприятии, уважаемые руководство города. Сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана. И не важно, сколько нам сегодня лет. И не важно то, что мы уже стали седыми. Но мы всегда останемся в душе 18-летними пацанами, которые были оторваны от семьи и отправлены на эту войну. Конечно, не всем нам повезло вернуться обратно домой. Кто-то остался на поле боя. И самое главное, я считаю, что наша обязанность помнить память о тех ребят, которые остались на поле боя. Дорогие мои ветераны, я очень счастлив, что эта знаменитая дата уже празднуется на национальном уровне. Вы, как знаете, уже в принципе 15 февраля, эта дата, празднуется 28 лет с момента, как были последние войны вывезены с территории Афганистана. Надо всегда помнить, как историю, чтить эту дату, потому что вся эта трагедия пронеслась через каждую семью, в частности, через мою семью тоже прошла эта трагедия. Многие из моих родственников просто не вернулись с этой войны. Мои близкие родственники от этого очень много лет страдали, потому что, как и выразился господин Хмарный, взяли молодых пацанов, отправили в никуда, и они не вернулись домой. Простите, матери седые, что сыновей на свете нет. Без них идут дожди косые, без них встречаем мы рассвет. Прости, отец, скупые слезы, что сердце по ночам болит за крест сыновей у березы, что на краю села стоит. Простите, вдовы, за разлуку, что оказалось навсегда. За одиночество и муку, что принесла вам та война.
дети, за сиротство, что принесли домой лишь прах, за страшные следы уродства на ваших выживших отцах. И те, кто пережил тот ужас, кому остаться в живых довелось, кто беспощаден был к врагам и трусам, пусть вспомнит все, что пережить пришлось. Забыть друзей нам раны не позволят. И ночью слышатся те голоса, что раз стонут моля проклятия для врагов. Мы молча головы склоняем. Виновных трудно нам найти. И слов мужских, слез мужских не вытираем. Прости нас, друг, прости. Прости. Я благодарю вас всех за то, что вы не забываете тех, которые ушли молодыми из жизни, которые были на войне. Я желаю вам всем здоровья и всех благополучий, чтобы никогда в нашей стране не было войны. Вы знаете, что творится в Украине. Нам не допустить этого. Чтобы вы берегли друг друга, мирились и любили. Это самое главное. Спасибо партии Рената Усатова за поддержку в этих мероприятиях. Спасибо правительству страны, которая нас поддерживает, Господи. И спасибо всем-всем пришедших сюда, чтобы мы только любили и думали о мире во всем мире и у нас, в нашей родной Молдове, которая цветущая, какая была, пусть остается. Все у нас, видите, погода прекрасная. И мы здесь все. Еще раз вам низкий поклон. И не забывать, ничто не должно быть забыто, и никто не забыт в нашей стране, никто не оставлен. Спасибо всем.